Скажу честно, я вот год последний так меня это достало. То есть я ходила с веером, с платками, зимой и летом, как все мне муж говорит, что ты шарф не купишь себе? Говорю, так не все жарко. Я ходила во всем только вот тонком, ну, я не могу одевать другую одежду. И вот пропив, в принципе, ну, сначала я базовый сет. Спасибо, брат, мне как раз был день рождения, он влился в этот момент в компанию, подарил на день рождения базовый сет. Ну, а потом я себе уже приобрела изофлавон, естественно, сразу омегу и лютеин для глаз, потому что с глазами тоже стало. Я отругался, компьютер, то есть зрение очень сильно стало падать. Кстати, сегодня утро, значит, по изофлавону. Ну вот, пила я изофлавон сколько? Ну, может быть, где-то недели, три. Потом как-то думаю, что я себя не так чувствую. Не пойму, что. И я понимаю, что у меня нет приливов. Господи, что я ночью сплю без полотенца, днем хожу, и веер уже давно забыла про него. То есть, ну, такое состояние было вообще неимоверного счастья. За год я испытала спокойствие и, в общем, такие силы, даже неописуемо. Сколько я мучилась, и до этого я пропивала разные таблетки, ну, результат был ноль. Потом сегодня, наконец-то, я добралась, была записана к окулисту, но все как-то то забуду к нему пойти, то еще что-то. Вот сегодня попала к окулисту снова, потому что, опять же, я пропиваю лютеин, поняла, что вот у меня тут была пелена, и как-то что-то мне мешало в глазу. То вот у меня стало вот ярче, я четче стала все видеть. Думаю, ну, скажу, надо же к окулисту, пусть скажет, подтвердит, что-то у меня есть изменения, какие-то линии. Сегодня, посмотрев и, ну, как-то измерив линии, не понимаю, никак не могу правильно выразиться, не могу, да. И, ну, посмотрел там, то я говорю, может, очки, он проверил, ну, очки вам ничего не надо менять, может, вообще ими не пользоваться, говорит, потому что, ну, так еще руки, говорит, хватает, а, говорит, остальное не надо. Я говорю, мне кажется, что у меня улучшилось зрение по сравнению с тем, что я вот год назад была. Он говорит, ну, да, у вас, говорит, левый глаз сейчас, ну, то есть, поднялось значительно. Летом левый вообще почти видит всю таблицу, ну, а правый чуть слабее. Ну, такие у меня хорошие результаты.